Смертельная вечеринка. Ссора в кафе закончилась смертью молодого человека в Караганде. Конфликт между двумя посетителями увеселительного заведения произошел накануне ночью. Сценарий разборки банальный. Двое ребят сцепились между собой в процессе посиделки и вызвали подмогу. Уже на улице, когда поздоревшие парни стали драться, один из присутствующих мужчин стал конфликтовать с представителем противоположной стороны. В ходе словесной ссоры он вытащил обрез и выстрелил в него, чего не ожидали даже его друзья. В результате потерпевший мужчина 1983 года рождения скончался по пути в больницу. На месте происшествия полицейские задержали несколько участников конфликта. Стрелявшего среди них не оказалось, он в настоящее время разыскивается.